В Новороссийске праздничную литургию провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На нее собрались более 5000 человек. Вместе с прихожанами на службе побывал глава региона Вениамин Кондратьев. А после вместе с патриархом губернатор обсудил развитие духовности на Кубани. Положительно развивается регион, имеющий огромное значение для нашего Отечества. Житница России. И, конечно, замечательные успехи во всех отраслях. Ну, дай Бог, чтобы и дальше все так же развивалось. Но самое главное, меня как патриарха, в первую очередь, удовлетворяет развитие духовной и церковной жизни. Это не только житница материальная, но духовная житница. Здесь очень богатая религиозная жизнь. Очень сильные в вере люди. Вот так, как на Кубани стоят в 30-градусную жару в храме люди, и какие у них светлые и радостные лица, вот не в каждом месте такое видишь. Рост экономики, рост благосостояния жителей региона – это тоже очень важно, потому что это, естественно, возможность достойно жить в нашем крае. Но я хотел бы здесь заметить, что мы понимаем, что параллельно с ростом экономики и ростом благосостояния граждан, конечно же, должен быть, а может быть даже и раньше, рост нравственности и духовности. Потому что безнравственному обществу никакие экономические дивиденды не нужны. И безнравственному человеку деньги тоже, они же его и погубят. Поэтому, Ваше Святейшество, благодаря вам сегодня Кубань сохраняет традицию, сохраняет культуру и сохраняет веру своих предков. И сегодня она является и традицией, и культурой, и верой нашего сегодняшнего народа, наших жителей сегодняшнего края. Вам огромное спасибо за заботу о нашем крае. Я еще раз хочу подчеркнуть, мы делаем все, чтобы поддержать все ваши инициативы. После праздничных богослужений патриарх Кирилл и Вениамин Кондратьев возложили цветы к мемориалу «Малая земля». В годы войны на этом месте советская армия героически держала оборону Новороссийска от немецко-фашистских войск. А рядом с памятником губернатор и глава РПЦ осмотрели строительство Никольского морского кафедрального собора.